привезли. Оборудование. Да вы что, не знаете, какой сегодня день? Знаю, последний день в году. Сегодня получим, завтра пропадет. А что же вы раньше-то думали? Так а зачем мне думать? Я водопроводчик. Это начальник мой обязан был думать. Ну, а он только сегодня спохватился. А выписка у вас есть? Нет. Нет. А виза планового отдела есть? Нет. Нет. Вот чего же вы обращаетесь в соответствующие отделы. Эй, товарищ! Товарищ! Друг! Ой, вот жизнь, а? Одни переживания. Мой любимый старый дед волочился 20 лет, клятвы верности давал. Марья Ивановна, придется кисленьку подкупить, ведь у нас в основном мужчины-бабы. Кроме кисленького они ничего не пьют. О кисленьком мы думаем, о горькой тоже. А вот тост, главный направляющий, кто скажет? После горькой с кисленьким языки сами развяжутся. Да вы представляете, что могут наговорить некоторые, да еще под этим делом? Представляю. А ты что предлагаешь? Всем рты завязать? Наоборот, развязать. Но как подобает в солидном учреждении, надо сразу нацелить это дело. И организовать массу. Ну ладно, иди, нацеливай. Только оставь меня, пожалуйста, в покое. Мой любимый старый дед. Прости, любезный, мне выписка нужна. Ой, черт. Ну, как хочешь, милый, ругайся, а выписку давай. Мне без нее, во, зарез. Зарез. Вот он, видишь, все из-за тебя. Ой, я извиняюсь. Чего тебе? Выписку. Выписку. Ищи сам. О, вот она. Особенно не радуйся. Копию снять некому, машинистка ушла. Ну не погуби. Велено умереть, но вырвать. Вырывай. Как? Да как знаешь. Спасибо. Погроб жизни не забуду. Дмитрий Петрович, вот мы все суетимся, а главное забыли. Ну что еще? Тост. Соберется весь коллектив, надо сразу дать установку и призвать коллектив. Я и так каждый день призываю, даю установки, надоело. Я сегодня хочу пить вино, танцевать и ухаживать за хорошенькими девушками. Людмила Ивановна, с наступающим. Спасибо. Миленький, через год-два все это мне уже будет противопоказано. Ну все же я как предкульткомиссии. Понимаю, не отстанешь от меня. Да. Так вот, нужен тост. Обратись к главному инженеру, он любит поговорить и вообще не лишен. С наступающим.
Миском... В дирекции Миском считает, что вы, Аркадий Николаевич, должны сказать сегодня первый тост. Как наш лучший оратор. А совесть? Совесть у вас есть? Вы что, издеваетесь надо мной? Я третий день без голоса. Что вы говорите, кошмар? Ну, на самотек-то мы это дело пустить не можем. Отвечать нам придется. А вы попросите Кречкина из отдела кадров. Он веселый, остроумный малый. Вот пусть он и толкнет первую речуку. А он так толкнет, что потом не встанешь. А вы проследите, чтобы он не очень-то загибал. На то и у нас жрец культуры. Как? Жрец культуры. А. Я иду домой лечиться. А вот, между прочим, хоть убейте, я не могу понять. Гречкин, ну что это за фигура для отдела кадров? Времена меняются. Не фигура теперь решает, а ум и талант. Но ведь его же заносит. Таланты всегда заносит. Придется всю ответственность взять на себя. Мы, друзья, в этот час собрались на свое торжество. Ведь это подумать, бокал, где же это он поет-то? Скакал, да, вот это времечко. Звучит наш праздничный тост, как песня светел и прост. За слова, что честны, за глаза, что ясны, за сердца, что навеки верны. Здесь репетиция. Но здесь, между прочим, и отдел кадров. Мне уйти? По-моему, все в порядке. Раська, вы фея. Да, но у феи, между прочим, еще не кончилось рабочее время. Руководство Трестом и местный комитет решили поручить вам, товарищ Гречкин, сказать первый тост. Боже, честь-то какая! Помилуйте, я согласен! Я готов! Поскольку требует поэта к священной жертве, Аполлон... Миском требует! Тем более! Так что подготовьте текст! Помилуйте, зачем? Застольный тост надо импровизировать! Это, пожалуйста, только чтобы все было на бумаге, чтобы я предварительно мог просмотреть. Я не стану я этого делать. Я подумаю, прикину, а потом вам устно изложу квинтэссенцию своего тоста. Мои, так сказать, основные мо. Ну да. А сколько вам времени потребуется на ваше мо, на вашу работу? Ну, полчасика. Работайте, работайте, товарищи. Дорогой! Дорогой, виза требуется, во! Постой, постой, не слезай, не слезай! Дорога каждая минута. Вот, подай, пиши, во! Так, то! Ну, то! Ну, а теперь что? А теперь что, вот Плющ оформит вам наряд. Ага. А где его найти? Там, где из пустого в порожнее переливают. Дорогие друзья! Минуточку. Неужели у вас в Тресте все друзья? И директор тоже, и главный инженер,
Лучше вы лучше скажите, товарищи. Друзья теплее. А товарищи вернее. Ну, дальше. Ну, хорошо. Одна древняя восточная легенда. А почему это восточная? Что у нас, своих легенд, что ли, нет? И вообще, при чем тут легенда? Да, ну, тоже должен быть оригинальный, живой, веселый. Да веселиться мы потом будем. Сначала надо установку дать. Ну, хорошо, легенду я убираю. В буйном, веселом, большом городе наш трест лишь небольшой, но полный жизни и труда цветущий островок. Стоп. Цветущий, полный жизни, это еще допустимо, но вот островок... Это намек. И нехороший намек. Выходит, что мы оторваны от жизни. Да, но по сравнению со всем городом, наш трест песчинка. Какая же это песчинка? Вся система водопровода, канализации, теплоцентраль и все, понимаете, остальные точки. Ну, знаете, у нас есть такие точки, о которых за столом говорить не принято. Спокойно. Все можно, только с умом. Продолжайте. Так пусть же в нашем тресте процветает бюрократизм, подхалимство, бездушное отношение к человеку. И пусть всего этого будет столько, сколько вина останется в этом бокале. А что потом? А потом я выпью бокал до дна. А вдруг вы поперхнетесь? Это же будет политический ляпсус! Поймите, культкомиссия не возражает против остроумия. Но оно должно быть точное, мобилизующее. Если у вас нет материала, не волнуйтесь. Соберем, поможем. Товарищ Гречкин, целый день, понимаешь, вы заняты посторонними делами. А людей, понимаешь, я должен оформлять сам? У нас особые задания. Понятно. Но у нас отдел кадров, понимаешь? А наши кадры надо найти, оформить, и тогда, понимаешь, они решают все. Кабинет главного инженера свободный. Идите туда и работайте. Ну, товарищ. Идемте. Я думаю, главный упор надо делать на новую технику и на безаварийность. Вот, осторожней, Серёжка. Да вот, кстати, надо отметить, что всем женщинам на 8 марта подарили по мимозе. Товарищ. Главным образом отметить работу мискома. Урядников! Че, Урядников, приготовь цифры выполнения плана за год. Да что? Для тоста. Пошли. Вы не видели того, кто наряды выписывает? Он сейчас занят. Чем? Делом громадной важности. Ну и жизнь. Одни переживания. Основные отделы вам приготовят цифры и факты. Товарищ Плющ. Что? Что вам еще нужно? Лялечка, несколько цифр по отоплению и вентиляции. Ну где же я вам сейчас их найду? Столы вынесли, папки все в углу, а мне еще нужно к парикмахеру. Есть указание руководства показать достижения. Какие хорошие. А! Ладно, сейчас. О, боже! Быстренько, Иван Сергеевич. Нужны основные показатели вашего отдела для тоста. Напишите или зайдите к Гречкину, расскажите. Сейчас побегу. Скажите, голубчик, кому нужны на Новый год наши показатели? Нужно их осветить в общих чертах. Ну и освещайте сами. Вот там наверху годовой отчет. Да, ну я... Я занят. Курятников! Курятников! Про водопроводную сеть забыли. Теплоцентраль. Ремонтный завод. Гараж. О, 83 автомусоросборщика. Железно. Железно. Братцы, что же твой отдел снабжения совсем забыли? А кто трубы буквально с неба достал? А азбы цемент? Придется отметить. Товарищи, остановитесь! Это же невозможно! Для вас, а для снабженцев, как сказал сам директор, ничего невозможного нет. Ясно? Прошу, пожалуйста. За шкафом. Иди, отобрази. Товарищи! Все ясно. Задача ясна. Объет, не объет. Давайте ваше предложение. Yeah.
Не кури! Нельзя не отметить отдельные достижения отдела главного механика. Отдельные сотрудники отдела... Все отделы, отделы... Да то сколько смысла, продолжайте. Сотрудники отдела, которые получали задания, которые даже не входили в круг их прямых обязанностей, но которые имели все же для треста, которым... Вот теперь все которые... Как у Льва Толстого, блеск! На машинку! Ведь точка или запятая? Запятая, точки не будет! Дорогие, скажите, чем вы занимаетесь? Делом громадной важности или из пустого в порожнее переливаете? И тем, и этим. А скажите, нет ли среди вас... Черт, фамилию забыл. То ли Вьюн, то ли Хмель, то ли Хлыщ. А, Плющ я, но я занят. Так это ты, друг ласковый, смилуйся. Рабочее время кончается. Выпиши, пожалуйста, наряд. Какой странный человек. Я же вам сказал, что я занят. Нужно помочь, человек маленький. Маленький, но большой нахал. Давай бумагу. Пожалуйста. Бери и отвяжись. Ой, только делов, да? Ходил-то. Ну, а теперь что? На подпись главбуху и в кассу. Тогда я пропал, как муха. О, до конца работы 10 минут. Блестяще. Диктуйте. Нельзя, нет, нельзя не отметить. Нет, нет. Сначала главбух. Он здесь. Касса закрывается. Прошу покорнейше визу. Нашли место. Ну, а кто вас сегодня на месте? Очки у меня там. Прошу вас. А ваших я не вижу. Где тут? Вот. Кассу. Так. А кассирша где? Да здесь где-нибудь. О, тогда все, тогда конец. Спокойно. А? Спокойно. Все. Гриль Ивановна, с этого товарища необходимо получить. Гречкин, милый, вы же не представляете себе, какое вас ждет блаженство. Ну как же? Меня местком бросил на селедку. И вы что думаете, я пошла в первый попавшийся магазин и купила первую попавшуюся тюльку? Нет! Я 3 дня дежурила в гастрономе, пока не выбросили вот это вот. Полюбуйтесь. Товарищ опаздывает. Я тоже. Вы что думаете, что вот такую сельдь так легко разделать, да? Вы посмотрите, белая, жирная, малосольная. Попробуйте. Ой, какая прелесть. Как жаль, что мне нельзя есть ни острого, ни соленого. Я боюсь потерять фигуру. Я решила ее разделать натуральной. А для этого, для этого нужно вот эту вот шкурку снять так, чтобы вот эта вот серебристая пленочка вся осталась... Смилуйся, а то с меня самого шкурку сниму. Слушайте, ну мое рабочее время кончено. Пока нет, но оно кончится, если вы не перестанете петь селедки. Гречки, ну что вы делаете, у меня же руки. Я их слезами обмою. Ну, видите, ты чего человека довели? Ну хорошо, считайте, приму ваши деньги, только поскорей, а то я тоже должна успеть переодеться. Оп! Вниз, прямо налево и направо в подвал. Ага. Там спросите Сидоренко. А? Куда? Мы тонем. Не, у меня пиво горит. Мне еще полгорода кругаля делать надо. Ну, дай хоть отобрать, а вывезти послезавтра сумеем. Ну. Ну, ладно, давай отбирай, только быстрее. Вот спасибо. Вот спасибо. Сидоренко! Да. Жил допил, машина же ждет. Бегу. Да. Ну, в общем, потом сама закроешь. Я вам сейчас весь подвал разнесу!
Осторожно. Это я. Прошу вас, прошу. Ой, осторожно, селедка. Ну чего тебе? Хотел объять. Необъятно. Это не серьезно, зачитает. Уехал переодеться и побриться. Ну что ж, пора, уже без 20. Друзья, пора без 20. Прошу, прошу. Прошу, прошу к столу. Прошу. Связался с идолом. Будьте любезны, попросите товарища Гречкина. А зачем он вам? Видите ли, он должен сейчас произносить тост. Он говорить не может, он поет шумел камыш. Как поет? А где поет? Под столом. Талант. Он еще поет? Ну все, конец. Зарезал. Наливает. Аркадий Николаевич, не торопитесь. Почему? Гречкина нет. Нет теперь силы, которая могла бы нас остановить. Изверг. Совесть у тебя есть. Премьер является последним. Прошу всех налить. Налейте, налейте, бокалы полней. Но всех же уже налито. Кроме меня, кроме меня. Слово для оглашения первого тоста имеет... предоставляется товарищу Гречкину. Костюме забыл. Сорвал тост.
Тост будет! Дорогие друзья, сколько сейчас накрыто праздничных столов и сколько за ними счастливых лиц. Представьте себе, что мы смотрим с экрана телевизора и можем заглянуть в каждый дом. И вот я вижу лицо, как оно сияет, лучится. На нем все можно прочитать. С новой квартирой вас, со всеми удобствами, со всеми недоделками. А вот какая осанка, какой костюм, какой галстук. С изобретением вас, с премией за экономию. Сэкономили вы не за счет качества. А ваши глаза, красавица, многое говорят. Сказал, что любит. Сделал предложение? Нет еще. Не беспокойтесь. Такие глаза кого угодно доведут до дворца бракосочетаний. Вы осознаете, что говорите? Осознаю. Шутку. Ого! А вас просили перед началом сказать несколько серьезных слов. Постоянная серьезность – это укрытие посредственности. Молодец. Как вы сказали? Это не я. Это сказал Анатоль Франц. Но мы тост не ему, а вам поручили. Продолжайте, гречки! Так вот он наш тост! Вот же он! Смешно, неужели вы будете это читать? Ничего смешного нет! Внимание! Товарищи, решающие успехи нашего треста в истекшем году. Пируете, чернильные души. Ой. Ну, я вам сейчас устрою праздничек. Если кратко осветить основные показатели. Что такое? Попробуйте осветить в темноте. Кто понимает в электричестве? Аркадий, ты же можешь. Я попытаюсь. Аркадий, пожалуйста. Вот. Сидоренко, Сидоренко. Сидоренко, Сидоренко. Замыкание где-то у тебя в подвале. Замыкание где-то? Где замыкание? У него в подвале. Сидоренко, замыкание у него в подвале. Сбегай-ка, проверь. Сбегай-ка, проверь. Говорите пока, товарищ Плющ. Плохо видно, а тут показатели. Ага. Надо было их наизусть выучить. Как стихи. Потребитель? Товарищи, беда! Человека в подвале забыли! Кто это? Наш потребитель! Водопроводчик! Безобразие! Вот безобразие! Мне неудобно. Ничего, ничего! Я без галстука я! Да раздевайтесь! Раздевайтесь, идите сюда! Идите сюда! Завтра мы всех виновных найдем! А сейчас, сейчас... Прошу! Пойдем дальше. Простите, ваше время кончилось. Продолжайте, гречки! Замечательные слова были сейчас только что сказаны. Вы их слышали? Ваше время кончилось. И, может быть, самое лучшее достижение прошлого года в том, что никто уже не желает слушать шпаргалки, жить по ним, думать, говорить. А кто хочет от души, товарищи, пожалуйста, кому слово? Пусть скажет наш гость от имени потребителей. Прошу вас. Правильно. Дорогие товарищи! Да говорите так, без шпаргалки! Что? Без шпаргалки! А правильно. По шпаргалке говорят только те, у кого своих мыслей нет. Вот с этим вот нарядом, дорогие товарищи, намучился я сегодня. В подвале сидел. Чего я только не говорил, повторить так просто язык не повернется. Но это было в прошлом году. А в этом у меня есть такое предложение. Встречайте вы всех своих посетителей так, как вот вы меня сейчас встретили. А то иначе получается не жизнь, а одни переживания. Будьте здоровы. С Новым годом! С новым счастьем, друзья!